Доброе утро, дорогие друзья, с вами Капля. Мы говорим о гармонии со Словом Божьим. Еще одна очень, на мой взгляд, важная вещь – это отучить себя от созерцательно-эмоционального восприятия Писания. Писание – это место, где нужно искать конкретные ответы на конкретные вопросы, а не воспринимать его только лишь как некий эмоциональную подпитку, знаете, такую духовную, почитал и вставил. Я думаю, что нам нужно изменить это в себе. Попробуйте не читать на ночь Библию, потому что так учат в церкви. Попробуйте, проснувшись утром, начать исследовать, взять небольшой отрывок и начать искать ответ. Когда у нас возникают какие-то проблемы, когда в нашей жизни наступают трудности, мы начинаем либо роптать, либо ныть. Особо духовные люди начинают в молитве проводить часы, ища какие-то ответы, сканируя духовный эфир. Я думаю, что нужно не только молиться, нужно молиться вместе с Писанием. Да, задавать Господу вопросы. Но открывать его книгу, его послание к тебе и искать конкретный ответ. Не простые какие-то вещи, там, ой, как хорошо Господь сказал на эту тему, вот мы должны. А указания к действию, которые приведут к реальным изменениям не только ситуации, но прежде всего нашего сердца. И исполнять это.